Начало отопительного сезона город почти готов. Об этом сообщил глава администрации Александр Кузьмичев. В большинстве котельных завершены подготовительные работы. Если погода испортится, на объектах социальной сферы тепло пустят раньше. Уже почти все детские учреждения и больницы сдали паспорта готовности к очередному отопительному сезону. На сегодняшний день уже отремонтировано 6 километров тепловых сетей. Отремонтировано 145 трансформаторных подстанций. Прочищено 33 километра канализационной системы в городе, отремонтировано порядка 1200 колодцев, гидрантов гидравлических. Поэтому работа ведется в строгом соответствии с планом, идет с опережением тех показателей, которые мы для себя запланировали. Газовая котельная «Импульс» к отопительному сезону полностью готова. Она обслуживает растущий микрорайон Авдотина. Руководство котельной не только исправно проводит капитальные ремонты старого оборудования, но и устанавливает новое. В этом году закуплена микротурбина, которая будет не только вырабатывать тепловую энергию, но и частично обеспечить потребность котельной в бесперебойном электроснабжении. У нас здесь были проблемы часто. Ну, вернее, не часто, но иногда происходило отключение электроэнергии, и котельная останавливалась. А в зимний период остановка котельной – это недопустимо, и, соответственно, большое количество затрат. А что она нам дает? Она вырабатывает 55 киловатт электроэнергии, раз, и где-то в пределах 100 киловатт тепловой энергии. Благодаря модернизации за последние несколько лет производительность котельной в Авдотино возросла. В скором времени она будет поставлять тепло в строящийся детский сад и в 17-этажный дом. По словам директора, производственной мощности хватит еще как минимум на 3-4 новостройки. Любовь Почерникова, Андрей Семолков, РТВ Иваново.